Внимание! На перекрестке улиц Буденного и Советской случилось дорожно-транспортное происшествие. Водитель автомобиля Volkswagen оказался заблокированным в собственном транспортном средстве. Этот повод собрал возле кинотеатра «Беларусь» большое количество людей. На самом деле авария была условной и смоделированной брестскими спасателями. Однако разыграна настолько реально, что многие прохожие стали по-настоящему волноваться за судьбу водителя. Дорожно-транспортное происшествие – это лишь одна из ситуаций, разбираться в которых экстренно выезжают сотрудники службы дня и ночи. Рассказать о том, насколько сложная и опасная, но в то же время насыщенная и интересная служба представителей структуры МЧС, и призван очередной модный четверг. Это ребята, которые защищают нас, которые делают нашу жизнь безопаснее. И рассказать об их службе надо немножко в неформальной обстановке. Потому что, ну, пропаганда, с одной стороны, пропаганда, а вот увидеть своими глазами – это все-таки непростые службы и задачи, которые они несут, они тоже непростые. Но в рамках музея сделать из этого интересное мероприятие, совместить несовместимое. В стенах музея жителей и гостей областного центра ожидало яркое и интересное продолжение мероприятия. Кстати, в этот раз ведущие проекта «Модный четверг» Жанна Обламская и Виталий Иванов, поддержав идею представителей МЧС, появились на сцене, взобравшись на второй этаж музея по специальной пожарной лестнице. В стенах учреждения культуры участников встречи ожидало знакомство с техникой и вооружением современной спасательной службы, а также конкурсы и викторины. Министерство по чрезвычайным ситуациям – это очень открытое ведомство. Нам всегда что есть показать людям, рассказать, как себя надо правильно вести, что мы можем предпринять в чрезвычайных ситуациях, что нужно делать, чтобы этих моментов не допустить. Максимально открыто, максимально доходчиво, максимально интересно. Вы сами понимаете, если есть зрелищность, то есть, наверное, и эффект от таких мероприятий. Очередной сезон проекта «Модный четверг» завершился. Организаторы уже готовят новые интересные встречи, информация о которых появится в афишах в июле. Анастасия Ноздрин, Плотницкая, Юрий Киндин, Антон Луговкин, телекомпания «Буктв».